Что-то игра подтормаживать начала. Так, стало быть, в эту клоаку, наверное, надо идти. Длинный пустой коридор, здесь по-любому что-нибудь будет. Я имею в виду, монстр там будет пугать меня. Да, конечно. Иди-ка сюда. Сюда иди. А, ты мне показал дорогу. Спасибо, парень. Не думал, что здесь какие-то вежливые твари есть. Но все равно ты придурок. Далеко ты смылся вообще. А, так еще выше надо. Теперь надо выше. Я здесь нахрен заблужусь. На 100%. Здрасте. Чё паникуем-то? Я должен паниковать, наверное. У меня большой вопрос, как вы сюда вообще забрались? Монолит же вроде бы, как, должен все охранять. А вы сюда как-то забрались. Я реально наугад иду, я не знаю, куда я перпрусь. Так. Так, опять кто-то там кричит. Иди сюда, придурок. Покажи мне дорогу, а потом я убью тебя. Спишь, да? Сюда иди. Так, это тот волшебный лифт. Так не говорите мне, что я по кругу ходил только что. Куда идти-то, ё-моё? Главное не пропустить никакой там поворот или что-нибудь еще. Хотя я уже 500 поворотов пропустил. Чё париться-то? Так не говорите, что это тупик. Я ненавижу тупики. Нет, не тупик. Ой, весело я отсюда выбираться буду. Но, надеюсь, не обратным путем хотя бы. Так, кто-нибудь, покажите мне сраную дорогу. Показывай, что наверх надо. Есть какая-нибудь лестница складная? Стремянка. Ты куда я прусь? Стало быть, здесь. Так. И чё? Сейчас что-нибудь обвалится. И всё. Ладно. Так, хорош. Сейчас я опять, наверное, завалюсь, да? Так, эй. Очень внятно. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Косточка? Косточка моя цель? Мне было указано Богом на косточку. Так. Сохранимся. Отлично. У нас гости.
Ну, как и ожидалось, в принципе. 19 гостей. Потрясающе. 23, 24, 25. 23, 22. Так, а можно здесь где-нибудь выйти, интересно? Мне бы код найти. Эй, откройте. Обратно переться неохота, ей-богу. Проникнуть в саркофаг. Защитить барьер. Так. Я-то где? Ну, я-то нигде, понятное дело. Ладно, так выйти нельзя, видимо. А может и можно. Кто его знает. Там же труп вроде валялся. Я его там не спихнул случайно вниз? Или мне показалось, что там был труп? Нет, не показалось, но... Толка от этого мало. А ты чё? Может, кнопочка где есть открывающая? Все двери на свете. Так, чё это за херня была? Кто меня толкнул? Замечательно, меня кто-то толкнул. Теперь меня кто-то еще и толкает. Ладно, надо выбираться отсюда. Пошла жара. Я тебе такую жару сейчас устрою. Сидит он тут, караулит, понимаешь ли. Нет, чтобы подвал от кровопийцы высосать. Ёшкин матрёшкин! Совсем охреневшие твари, а? Вот теперь они меня точно будут пугать. Сохраняемся. Так, их там уже несколько. Да какого, мать его, хрена? Надо менять броньку. Это 100%. Сверху еще шмаляет. С дороги! Гляди-ка! Да давай же! Да как, ну просто, ну пипец, трындец. Всему конец. Они сейчас хотят, чтобы я вместо этого дерьма использовал нормальное оружие, да? А хреном там был. Совсем дурак, что ли? Тратить сейчас нормальную пушку. Ты умрешь или как? Ну, посмотрите на этот тварь. Так. Петруха у нас не пруха. Блин, там еще кто-то орет. Да вы что, там все охренели, что ли? Мне, видимо, показалось. Обходи, обходи.
Вроде угомонились. Так. За каждым углом может быть по сволочи, а то и по две. В этом весь прикол. Вот о чем я говорю. Прижми его. Да ну! Им абсолютно плевать на то, что я в них стреляю. Они даже вообще никак не реагируют. То есть у них ствол там не дергается, они там, не знаю, не находятся в шоковом состоянии, типа того. Ну хоть что-нибудь, типа как-нибудь показать, не знаю. Можно же было бы. Нет, я ему очередь пускаю из 10 пуль сразу же за пару секунд. А я как ни в чем не бывало хедшот стоит. То есть страха то, что в них стреляют, у них нету. Придурки. Сюда иди. Да офигеть. Это просто офигеть какая. Фигня. Ну. Конечно, он же в другом месте. Я так и знал, что он телепортировался. Думал, мне за спину куда-нибудь. Потрясающе. Он бессмертен и ставит хеды. Got mod with high aim. Вот что это такое? Охренеть, ну наконец-то. Да я уже 10 раз был покойником. Давайте разнообразие устроим. Нет, разнообразие не устраивать не буду, чувствую. Я запомнил эту гниду в этом костюме. Он все время хеды ставит. Гребаный аборигентус. Да он просто через стену уже. Ну, хорош, хорош. Мне с этими говнарями до конца игры сражаться. Перезарядись хоть ради приличия. Да ну. Я в него обойму высадил, ему нормально. Дышится после этого. Это вообще не стремается, ВХ. Да. Ну это жуть. Да это братство стали, это не меньше. Ну хоть мужик я. А вы гады.